Спочатку я пропоную пригадати, як все відбувалося 10 років тому. Возможен вообще ввод российских войск в Украину или нет? Будем дальше продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить какие-то войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет. Чушь, ерунда і нічого подобного бути не може, казав Путін 10 років тому, а потім чушь, ерунда і нічого подобного бути не може прийшло на наші території.